Герои неба. Семен Лавочкин. Авиаконструктор, дважды герой социалистического труда. Создатель одного из лучших истребителей Второй мировой. В 1940 году Лавочкин возглавил конструкторское бюро. Меньше чем через год разработанный под его руководством скоростной одномоторный истребитель был запущен в серию сразу на 5 авиазаводах. На самолетах марки «Ла» советские летчики завоевали господство в воздухе. Знаменитый ас Иван Кожедуб все победы одержал именно на «Лавочкинах». Летчики любили эти машины. В 1943 году за создание истребителя «Ла-5» конструктор получил свою первую звезду Героя труда. После войны он работал над созданием реактивных самолетов и крылатых ракет. Именно его экспериментальный самолет в 1948 году превысил скорость звука. В честь Лавочкина названы улицы в нескольких городах России. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.